Серпуховские первоклашки готовы к новому учебному году. Школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями первоклассникам из малообеспеченных семей вручили заместитель главы администрации и общественные деятели. Ты у нас уже почти школьница. У тебя совсем-совсем будут изменения в твоей жизни, которые тебе дадут фундамент и основу в дальнейшей твоей жизни. Поэтому мы тебя поздравляем и разрешим тебе большой подарочек передать. Заместитель главы Татьяна Орлова вместе с председателем общественной палаты Серпухова Марией Арсеньевой встретились с будущей первоклассницей. Учись, старайся, побеждай. Желаю успехов и хорошего настроения. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Так что мы тебя поздравляем. Мира Василец подарку рада. 1 сентября ждет с нетерпением. Мне рюкзак понравился, очень красивый. Я еще ничем не научилась, но меня научат всем в школе. Я люблю больше всего танцевать, петь. Рюкзак шикарный. Спасибо большое. Будем приносить одни пятерки. Собрать ребенка в школу для многих родителей задача непростая. Такая помощь от государства значительно облегчает подготовку ко Дню знаний. В рюкзаке первоклассника есть все необходимое. Тетради, пенал, альбом, цветные карандаши, пластилин и многое другое. Ты у нас первачок уже, поэтому это тебе портфель для хороших отметок. Пятерок побольше сюда каждый день накладывай и приноси домой. Хорошо? Договорились? Там все, что нужно тебе, все пригодится. Максим Сальников готовится стать первоклассником. Он уже умеет читать и писать, идет в экспериментальный класс 18-й школы. Помимо этого, ежедневно занимается футболом в спортивной школе «Надежда» на базе 18-й школы. Ко Дню знаний заместитель главы администрации Татьяна Орлова и руководитель регионального отделения молодой гвардии «Единой России» Диана Лумянц вручили мальчику подарки. Огромное спасибо и администрации, и губернатору, и за тетрадки, и за ручки, и за сам рюкзак, потому что, ну, в данный момент как бы это все приобретать не так дешево. Вот, поэтому огромное спасибо. Такую помощь получили серпуховские первоклассники из многодетных и малообеспеченных семей в рамках меры поддержки, принятых в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.